Черный глянец моторама. Крыло какое-то еще. Сегодня прям что-то мото. Ну, черный глянец. Добавить больше нечего. Стандартная классика, неумирающая. Скучно, но четко. Обращайтесь. Всем привет. Диски от Мерседеса. Гелендваген. Покрашен в черный мат. Вот, два уже убрали, запаковали. Вот, забыл вам отснять их. Вот, поэтому пока два не убрано, думаю, да, я сниму, покажу. Ну, это не первая, грубо говоря, работа в такой цвет такого диска. У нас их там уже очень много. Но, тем не менее, освежим владельцам Гелендвагенов, Мерседесов, как выглядит на таких дисках черный мат. Всем привет! Новый бампер от Гелендвагена. Это вот не чищенный еще, как бы. Он абсолютно новый. Давайте сфокусируемся. Вот, попросили нас записать видео. Вот здесь у нас уже чищенные какие-то детали лежат от него. Сейчас дочистим. Будем восстанавливать, красить черный глянец. Покажем результат. Все покрасили. Черный глянец. Обычно, конечно, в черный мат красят владельцы Гелендвагенов, но тут было пожелание в черный глянец. Тем не менее, все вон болтики закрыты нашими болтиками. Тут все, что вставляется, тоже обмотали. Все готово. Все как бы на выдачу сейчас будем готовить. Все отлично.